Всем привет! Сегодня последний день зимы, 28 февраля. Посмотрите, какая солнечная погода. Небо ясное. А это парк культуры и отдыха имени Алишера Наваи. Посмотрите, какие здесь чинары высокие. Скоро здесь все зазеленеет и будет очень красиво. А я пришла на улицу Амира Тимура, в свое любимое кафе. Сейчас пообедаю и пойду дальше по делам. Они открыты. Сейчас зайдем. Сегодня в кафе очень много народа. Неудобно снимать даже. Прям здесь час пик сейчас. Прям очень много народа. Мне принесли прибор. Сейчас буду делать заказ. Сделала заказ, пока мне принесли салат. Это французский салат. Вот так он выглядит. А на горячее я себе заказала, как обычно, котлету по-киевски и на гарнир картофель фри. Будем ожидать заказ. Мне принесли мой заказ. Вот так выглядит порция киевской котлеты. На гарнир у меня картофель фри. Я буду обедать. Всем, кто ест, приятного аппетита. Вот такая котлетка внутри, как обычно, сочная, вкусная. Очень люблю киевские котлеты. Мне принесли компот из шиповника. Я хочу вам показать цены, вдруг кого-то заинтересует. Вот здесь вот цены на первые блюда. Чало, покрошка, борщ, лапша. Вот, а внизу идут цены на вторые блюда. А это цены на гарниры. Можете посмотреть гарниры. И вот здесь дальше идут цены на салаты. Цены достаточно приемлемые. Так что советую это кафе. Готовит очень вкусно. И здесь очень чистенько. Мой счет вышел на 40 тысяч сум. Я уже пообедала, вышла из кафе. Сейчас иду в торговый центр Нуравшон. А вот здесь по дороге, смотрите, такие машинки детские. О, и вот такая даже. И кого интересуют велики, здесь разные велосипеды. Мне нужно перейти на ту сторону. Сейчас перехожу и зайду вот сюда, в торговый центр Нуравшон. Проходим. Здесь тоже велики и куча всего продается. А мне нужно на второй этаж пройти. Вот так выглядит торговый центр. А внизу все для детей. А мне сюда. Смотрите, какой красивый кактус, необычный. Смотрите. Прям очень интересный. Здесь вообще все интересное. А я наверх поднимаюсь. Ну, в магазине, конечно, снимать не буду для вас. Сейчас сделаю свои все дела и выйду. Вышла из Нуравшона и хочу показать вам необычное такое красивое здание, старинное. Вот. Это областная детская библиотека. Вот такое старинное кирпичное здание. А я иду дальше. Прогуливаясь по улицам города, хочу показать еще одно старинное здание. Такое красивое кирпичное здание. Это бывший национальный банк. Мы идем дальше. Еще хочу вам показать
березу. Для тех, кто думает, что в Узбекистане нет берез. Вот. В центре города белая береза. А вокруг очень много елей. Шла мимо по улице, а вот здесь вот тандыр. И пекут вот здесь вот. О, здесь тепло. Вот этот тандыр. А вот здесь лепешки. Сейчас нам покажут. Вот такие красивые горячие лепешки. А вот сам пекарь. Познакомьтесь. Идем дальше. А вот здесь католическая церковь. Сейчас я пройду и поближе покажу вам. Это польский костел. Здесь вот ворота открыты. А раньше, я помню, здесь была спортивная, как сказать, площадка и типа спортивный центр. Мехнат назывался. Вот, вот такое высокое, красивое, старинное здание. А вот здесь выгравировано. Здесь дата, видимо, строения. Не очень четко видно, но что-то, я не знаю, что-то 159 в конце. Непонятно немножко. И вот сам вход такой. А дальше вот напротив, с той стороны, находится кафе «Кавказские шашлыки. Дары Кавказа. Армянская кухня». Я приехала на вокзал. А вот с левой стороны вход на рынок. Я его много раз снимала. Смотрите, какая солнечная погода, ясная. Чтобы вы понимали, сейчас 4 часа дня, послеобеденное время. И вот такое яркое солнце. Очень теплая погода. Весна уже вовсю. А я сейчас буду переходить дорогу. Я вот здесь прикупила призы. И еще пойду сейчас дальше докупать на сегодняшний вечерний розыгрыш. Я закупила все призы для розыгрыша. Вот столько у меня вышло пакетов, сумок. А сейчас я иду домой. Так, вот эта улица Рудаки. Это вдоль дороги все новостройки. Вот такой красивый современный Самарканд. И как всегда, когда иду домой, не могу пройти мимо вот этого тандыра, всем вам известного. Все время здесь меня ждет горячая и вкусная самса. Сейчас, если есть, то покажу. О, вот, с пылу с жару. Вот это томчи самса. Одна штука, 7000 сум. Мясо здесь говядина. Вот. А на этом, друзья, я завершаю свой выпуск. Всем пока и до следующих встреч.